вы можете думать до бесконечности, терзать себя мыслями до полного бешенства, но так и не приступить к выполнению своих целей, желаний и амбиций. А знаешь все почему? Да потому что в вас сидит лишь всего одно убеждение – «У меня ничего не получится». Это бредятина. Поймите, наконец, что все, что окружает вас в этом мире, по большей части было создано человеком, который переступил через это убеждение, который поверил в себя и взял ответственность за свою жизнь. Задай себе вопрос, готов ли ты взять ответственность за себя и за свою жизнь? Готов ли ты повлиять на нее сам? Поймите, что только действия могут изменить вашу жизнь кардинально и полностью. Думать ты можешь до самой смерти. Нам дано не так много времени, чтобы тратить его впустую. Задумайтесь и примите решение, которое может изменить вашу жизнь. Одна реализованная ваша идея может стоить тысячи ваших идей, которые пылятся на полках и ждут своего часа. Если в вашей жизни есть хотя бы одна идея, и вы хотите ее реализовать, вы горите ей, то сделайте что-нибудь для достижения своей цели. Дорожи каждым днем и никогда ни о чем не жалей. Каждый новый день – это шанс измениться. Не трать свое время, не прожигай его зря, а лучше иди к пониманию, для чего ты родился, для чего ты был создан. Может быть, именно ты тот самый человек, который даст этому миру что-то новое. Может быть, именно ты тот самый человек, который поведет за собой тысячи людей. Поймите, что человеческие возможности безграничны, и твои мечты могут стать реальностью. Да, это сложно, да, это тяжело, но ты должен ставить перед собой цели и стремиться к ним, несмотря ни на что. Твоя жизнь зависит лишь только от тебя. Проблемы будут всегда, особенно на старте. Но если ты верен своей мечте и цепляешься за каждую возможность, то тебя ничто не остановит. То, что ты делаешь, может вдохновлять других людей. И они могут начать делать то же самое. Упорство и только упорство – это ключ к достижению своих целей. Пока все сталкиваются с проблемами и бросают то, что начали, ты, несмотря ни на что, несмотря ни на кого, продолжаешь идти к своей цели. И в конечном итоге только благодаря упорству и дисциплине ты добьешься того, о чем мечтаешь. Признайся себе, что ты уже 100 000 раз обдумал ту информацию, которая нужна тебе для старта, но ты так никаких действий и не предпринял. То место, где ты сейчас находишься, и большего и не увидишь. Поэтому начни двигаться и получать новую информацию для размышления. Сидеть, мечтать, думать можно бесконечно. Действовать начнут лишь единицы. Ведь чтобы что-то получить, нужно что-то сделать. Если ты хочешь добиться успеха, то поднимай свою задницу и начинай действовать. Начни развиваться. Начни читать книги и начинай, наконец, воплощать свои мечты в жизнь. Помни о том, что время идет, и раздражай себя мыслью о том, что ты не начал действовать год назад. Ведь если бы ты начал год назад, то сегодня ты бы уже имел результат. Мы очень много встречаем людей, которые добились успеха, и пытаемся понять, а в чем суть? А суть в том, что не знают, чего хотят. Если ты хочешь добиться успеха, то начинай действовать прямо сейчас. Да, ты мог начать год назад, но что останавливает тебя сейчас? Пойми, что это нужно лишь только тебе. Ты устал? Не высыпаешься? Нет времени, нет мотивации? Родился не в той стране? Ты родился не в той семье? Ты все еще ищешь виноватых? Так может проблема лишь только в тебе. Если ты хочешь стать успешным человеком, то ты должен понять очень простую суть, что это не нужно больше никому, кроме тебя. Перестань жить оправданиями, перестань себя самого жалеть,
Хватит ждать лучшего момента в жизни. Между неудачами и успехом есть огромная пропасть, которая называется завтра. Я верю в то, что каждый может добиться того, чего пожелает. Просто поверь в это и задай себе вопрос: готов ли ты жертвовать своими силами и временем? Если готов, то первое, что ты должен понять, это перестать жаловаться на свою жизнь. Есть много людей, которым повезло намного меньше, и они отдали бы очень многое, чтобы жить так, как ты. На самом деле, успех приходит абсолютно каждому. Просто ты его не замечаешь, потому что у тебя есть завышенное ожидание. Но ожидание и реальность – это разные вещи. Начни радоваться мелочам. Ведь жизнь, она как пазл. Все самое великое и большое было создано из маленьких мелочей. Возьмем, к примеру, компанию Apple. Она была создана в гараже, а сейчас является одной из самых известных компаний мира. Не всем дано с самого детства быть успешным и богатым. Многие думают: почему мне так не повезло? А кому из нас повезло? Верите ли вы в удачу? Я, например, нет. Я ее не видел. Зато я видел боль и разочарование. Но также я видел упорство в глазах тех, кто ставит себе цели и добивается их. Я видел тех, которые работают над ними каждый день. Тех, которые переступают через свои собственные убеждения. Успешные люди говорят, что проблема равно возможности, которые дают тебе силу двигаться дальше, развиваться больше, стремиться становиться с каждым днем лучше, чем ты был вчера. Я не знаю ни одного человека, кто добился бы успеха, не потерпев при этом ни одной неудачи. Не бойся неудач. Только неудачи делают нас сильнее.